дуже модно бути здоровим. Але поняття здоров'я, окрім фізично здорового тіла, передбачає гармонійну особистість, яка живе в мирі з собою та світом. Іноді шлях до здорового тіла лежить не лише через тренувальну залу та тренування, але й через ашрами та духовні практики. Про красуню, криворіжанку, чемпіонку України з фітнесу. Сьогодні в проєкті «Наші». Кривий Ріг подарував Україні чимало красунь. Але в цей засніжений день хочеться розповісти не просто про щедро обдаровану красою дівчину, а про талановиту людину, яка любить та вміє талановито жити. Я родилась в Кривом Розі. Чесно говоря, навіть не знаю, в якому іменно роддомі, це точно знає моя мама. В дитинстві Вероніка нічим особливим серед однолітків не виділялася. Хіба була надто тендітною та дуже доброю. Такий ребенок був, я думаю, що якщо характеризувати її одним словом, то це дуже добрая. От ізначально дуже добрая. Вона дуже любила животних. Вот. Встречалась со своим папой, и они покупали сосиски и кормили бездомных собак. И в детстве у нее была мечта, она говорила, я хочу, когда у меня будет много-много денег, я обязательно открою приют для собак. И вот у нее была мечта иметь собаку. Вот, с детства. Ну, как бы так вот собаку мы ей не заводили, у нее котики там жили. И уже когда она стала взрослой, она тогда себе собачку и завела. Навчалася дівчинка без особливої віддачі, тож про вищу освіту одразу після закінчення школи Вероніка і не задумувалася. Пішла працювати. Познакомились з нею на роботі, на ігрових автоматах ми працювали в місті. І от ми одразу і почали дружити. Так ми і продовжили дружити. Ми вже і потім із ігрових автоматів ушли і дружили з нею, ночували в місті, потім жили з нею в місті. На самом деле пройшли дуже багато всього. У нас і не було денег на їду. Я пам'ятаю, ми вийшли, і у нас в кармані було 5 гривень. І ми вирішили, що ми за них нічого такого не купимо, домой поїсти. І ми вирішили їх всі сыграть в игровой автомат. И выиграли, помню, 15 или 20 гривен. И мы такие были счастливые. Пошли купили макарон и масло, по-моему, и наелись. Щира і запальна. Вона горить сама і запалює навколо себе. Яка вміє любити і любить. Вот был интересный такой момент, она говорит, что я поняла для себя, что моя жизнь – это любить. Вот моя жизнь – это дарить людям доброту, моя жизнь – это дарить людям заботу, моя жизнь – это своим примером показывать вообще, что жизнь, она очень интересная, что жизнь, она очень позитивная, что в жизни важно, с чем ты остался, даже если ты без ничего остался, без никого, то никогда не сдавайся. Поэтому она такая вся маленькая, кажется, хрупкая, но на самом деле человек, даже скажу, что слово, человек, который всегда стремится не только для себя, чтобы было хорошо, а и своим окружающим. Доля не завжди була настільки приязна до Вероніки. Все давалося через важку роботу над собою, але бажання змінитися, досконалити себе жили в цій тендітній дівчині. В детстве у меня были справки и освобождения от всех, значит, уроков физкультуры. Я страшно не любила этот предмет, для меня это было просто каким-то наказанием. Физические упражнения нет, я была не активна, не развита, ну вот физически. Но вот где-то лет в 17-18 мне стало не устраивать то, как выглядит мое тело, моя фигура. Я так поспрашивала, на том уровне, да, окружение, которое у меня было в Кривом Роге, ту информацию, которую я смогла, скажем, получить для себя. Вот я поняла, что нужно, наверное, попробовать заняться спортом. Ну, каким спортом? Тренажерный зал. Коли тренер, з яким займалася Вероніка, запропонував їй вийти і показати себе на змагання з такого чаруючого виду спорту, як модельний фітнес, дівчина, хоч і вагалася в своїх можливостях, погодилася. А он говорит, нет, у тебя подходит все, поэтому давай будем работать. Конечно же, не сразу это было, целый год мы работали, трудились с ним. И я вышла в первый раз на сцену, это было во Львове, чемпионат Украины, где я сразу же заняла первое место. Это было моим самым большим стимулом, самой большой моей мотивацией идти дальше. И дальше это был уже мир,
значит, я полетела сразу же от этой федерации в Италию. Там меня не взяли в финал, на что, в чем я была очень разочарована, страдала, плакала. Ну, мне прям это так все, я вот вкладывала туда всю себя. Вже пізніше вона визнала ту поразку як власний низький професіоналізм. А тоді вона змінила федерацію. Я пролетіла по всім фронтам. Ну, я прийняла рішення, що мені потрібно перейти в другу федерацію, тому що це така федерація. Це вони просто мене не оцінили, але я так вирішила для себе. Вот. І я перейшла в другу федерацію, там віддала їй ще 2 роки своєї життя. Полетала, поездила, тоже заняла на Кубке мира у них призовое место. Вот. Ну, а потом как-то вот начались кое-какие проблемки со здоровьем. А потом я стала готовиться еще на очередной мир. Были соревнования, у меня произошла травма серьезная в зале, что редкость в тренажерном зале получить травму. Я уронила блин на ногу, и вот тогда я задумалась, что, наверное, все-таки что-то не так делаю или куда-то не туда движусь. Потому что спорт уже пошел на изнеможение такое, не было вот гармоничного какого-то, да, с ним взаимодействия. Так Вероніка й пішла з великого спорту. Але світ талановитої дівчини не обмежувався лише ним. В її планах навіть не було там отримати вище образування. Це прийшло намного позже. Тобто вже от, коли вона сама осмотрелась, як говориться, определилась в житті, от тоді це був осознаний вибір професії, вона з'явила бажання, вона поступала в цей інститут Поплавського, займалась репетиторами, як би готувалась, да, і вокалом, і там хореографії. Закінчила знаний поплавок за спеціальністю ведуча телебачення. Була ведучою на різноманітних вечірках та не припиняла себе вдосконалювати. Вероніка как бы пошла в спорт, більше в духовність, не тільки спорт вот уже на фізиці, як у неї починалось. Вона вже більше почала розуміти, що наше тіло – це наш друг. И она с этим идет и несет это в массы, и то есть это классно. То есть, потому что профессиональный спорт – это, в принципе, очень зачастую нездоровый спорт. Передивилася харчування, кардинально змінила своє ставлення до тіла. Вероніка, сейчас я могу сказать, что она намного правильнее питается, чем тогда, когда она только начинала заниматься спортом и питалась куриными. И я помню, она просто мясо отваривала, грудку куриную, она ее ела и запивала водой, чтобы оно прошло. Але вона будувала себе. Вдосконалення – процес поступовий та невпинний. Вероніка йшла постепенно к вегетаріанству, і в дитинстві вона дійсно питалась дуже неправильно. Це було любиме блюдо – пирожки, жарені з картошкою, які продавали бабушки на ринку. Вот, тому що вдома здорова, в принципі, їда була. Ну, там суп, какие-то, вот, все время как бы, їда була свежая, приготовленная. Ну, а їй вот хотілося чого-нибудь такого. Вона вот йшла і покупала себе такі пирожки. Ну, і потім, як би, вже став юной девушкой, ну, то есть, как бы не было здорового питания. Это пришло попозже, когда она стала развиваться духовно, и вот после этого она стала понимать, по-другому относиться к еде. Не оминула Вероніка й життєвих потрясінь, які стали лише додатковим стимулом, поштовхом до нових горизонтів. Я искала в себе, скажем, где и что я делаю не так. Это длилось несколько лет, когда я пришла сейчас к тому, что вот на данный момент я являюсь спортсменом, довольно-таки активным спортсменом. Сейчас я новые виды спорта для себя открываю, активно занимаюсь кроссфитом, функциональными тренировками, составляю свою программу для людей, которые я хочу поделиться, именно гармоничного спорта, да. Я бегаю очень много, но при этом я вообще не ем мясо, очень редко ем рыбу. Ну, можно сказать, что основное мое питание – это растительная пища. И, как ни странно, кто-то к этому отнесется, возможно, как-то с осуждением, но я чувствую себя намного здоровее, выносливее, и мое тело не потеряло форму. Я хочу сказать, что сейчас я даже себе больше нравлюсь, чем в свое соревновательное время. Талановита людина талановита в усьому. Це прислів'я спрацювало і у випадку Вероніки. Вона не тільки серйозно займається спортом, але й створює спортивний одяг.
Моему бренду 3 года. Это бренд для девушек. Все взаимовытекающе, взаимосвязано в моей деятельности. Все мои реализации, мне всегда хочется искренно, чтобы то, что я делаю, было полезно людям. И вот я столкнулась с тем, что нет вещей комфортных для тренировок, например, мы занимаемся сама активно спортом. И мы начали делать боди для девушек спортивные, потом спортивные костюмы. Вот. И сейчас мы потом попробовали немножко там поделать фэшн. Ну, у меня такое было озарение, вдохновение. Ну, вот все равно отклика не нашло у людей. И я снова вернулась к спорту, потому что, ну, наверное, это мое предназначение – делиться здоровым спортом. Там з людьми, даже в вещах. Своїм мистецтвом жити і насолоджуватися життям Вероніка разом з подругою та партнеркою ділиться з жінками. Молодой проект, ще ребенок, можна сказати. Эта идея прийшла моїй подруге, дуже близькому мені чоловіку, духовному другу. Мы вместе учимся. Почему бы не делиться, да, своими, сейчас так модно говорить, лайфхак. Твоя жизненная, да, какая-то история, которую ты прожил, ты не прочитал это в книге, ты не услышал от кого-то эту историю, ты не пересказываешь ее, это твоя личная история, да, это... И вот мы решили, что почему бы не организовать такое общество для девушек, для женщин, где они могут тоже прийти, также поделиться своей историей, которая будет полезна. Жінки – ці невичерпні джерела натхнення в метушні дні дуже часто, на жаль, забувають про себе. Вони мусять відповідати нав'язаним суспільством критеріям якості – доньки, мами, дружини. А за чужим баченням втрачають власну природу, смак до життя. Вот много женщин интересных, да? И каждая, бывает, о себе даже не знает, что она настолько интересна и что ее опыт кому-то важен. Ну вот знаете, сейчас много соцсетей, и многие пишут свои какие-то посты, и люди благодарят, вот спасибо, что вы нам написали, это изменило сегодня мою жизнь и так далее. Но все это опять-таки общение в соцсетях, в интернете. Мало люди встречаются, общаются по душам. У каждой женщины есть очень уникальный, наработанный опыт, и у нас есть, да, и когда ты делишься, то ты освобождаешь место еще для более чего-то важного, для более для тебя ценного, то есть ты растешь. Вона не вживає в їжу тварин та мріє відкрити для них притулок. Вона має духовного вчителя і практикує духовні практики. А для когось і сама вчитель, який через любов до власного тіла вчить любити себе. Ідея цього проєкту – це дійсно вже накопившиеся внутрі тебе знання і ситуації, які вот есть искреннее желание этим делиться. И это, я не могу сказать, что это коммерческий проект, он не может в принципе им быть, потому что это популяризация здорового, осознанного отношения к жизни. Это популяризация здорового спорта, в частности, моя, да, здесь роль в этом проекте, то, что несу я, это тело, да, мое тело, мой лучший друг. Это популяризация здоровья женщины психически, фізично, духовно. От це є потребність внутрі цим ділитися. Тож треба любити власне тіло настільки, щоб давати таке необхідне йому навантаження. Шанувати так, щоб насичувати його виключно здоровою їжею. Та піклуватися, бо воно ж таки дім для душі. Це телепроєкт «Наші». Я Алла Муравик. Побачимось на першому міському.